В этом году исполнилось бы 70 лет олимпийскому чемпиону по велоспорту, уроженцу Одесского района Геннадию Комнатову. В честь этой даты в наш регион приехали его товарищи по олимпийской сборной 1972 года – Борис Шухов и Валерий Лихачев. Они осмотрели омский велотрек, пообщались с ветеранами спорта и подрастающим поколением велосипедистов, а также поделились своими воспоминаниями о Геннадии Комнатове. И Гена в своем деле, характер все решает. Лишних слов не говорил, просто делал и делал, когда тяжело, терпел. И делал все так, что и нам незаметно было, может, он там умирает внутри. Но на команду это не отражается. Вот это самое ценное в командной гонке. А мое самое яркое впечатление – это его надежность, которая включает в себя житейские, спортивные, эмоциональные и другие качества человека. Надежность. Мне запомнилось, например, когда осталось 25 километров, там был момент в гонке, когда он чуть-чуть промахнулся, уходя на смену. И вот это там, ну, буквально 2-3 метра разрыв, но что это такое на предельной скорости, это только велосипедисты знают. И он сумел эту дырку закрыть. А дальше все пошло как по маслу. Но я был уже предчувствие, что это какие-то уже медали, ну, просто как на крыльях летели. Командные гонки проигрывает та, которая не может правильно разложить силы, возможности каждого из четырех. В общем, идеальная штука такая, чтобы приехать обязательно вчетвером на финише и умереть именно на финише. Предел, который только позволяет тебе твое сердце, организм, пульс, что ты выдерживаешь. Поэтому помнишь финиш в Мюнхене? На траве валяемся, земля под ногами вот так, Гена сидит. На землю опустился, сидит, бетон, говорит, подо мной бетон шевелится. Это вот настолько вот состояние. И все время повторял одну фразу. Больше не надо вести смену. А Ерды посмотрел, вроде бы он выглядел нормально. Я думаю, он что, не ехал с нами, что ли? А он лицо вытирал. Кому? Вместо воды. Кофе из фляжки по морде мажет. И я понял, что он тоже, просто он выглядит, как будто бы не устал. А мы-то все мертвы. И когда увидел, это бегут, как бешеные, этот Капитонов, врач наш больной сердцем, Богданов Юрий Витальевич, там Самойлов, ну, другие какие-то люди, бегут, и Капитонов со своим пузом. И я понял, что мы выиграли, точно выиграли. Его уже нету, но он там. Герой был настоящий. Приезжаем, вот я этот памятник, у меня есть фотография, я хочу вот поеду посмотреть. Знаешь, памятник человеку стоит. У нас велосипедисты, да у нас вообще где спортсменам памятники?